В минувшую среду с рабочим визитом в Кашхаблийский район приехал министр труда и социальной защиты Республики Адыгея Альберт Теучижевич Османов. Он посетил многофункциональный центр в ауле Кашхабль, где и провел прием граждан по личным вопросам. Всего на прием пришли 3 жителя района. Основная цель моего приезда, естественно, выслушать мнение людей о работе МФЦ. Если есть какие-то жалобы, мы эти жалобы рассматриваем и, соответственно, строим свою работу уже в этом направлении. Значит, слабые стороны мы должны реально оценивать, что есть и такое у нас в нашей работе. Поэтому сегодня вот обращались граждане, вот вроде бы все нормально, жалоб к нашей структуре нет, но терминал на сегодня еще у нас здесь нет терминала. Поэтому людям приходится услуги идти оплачивать там в соседнем Сбербанке. Ну, как бы вот эта проблема не только в Кашхаблийском районе, эта проблема у нас вот и вот в вашем районе, я пятый прием граждан вот веду, и практически во всех районах у нас. Значит, что еще? Здесь на сегодня, вот сразу первое, когда я приехал, в глаза бросилась парковка. Парковка у нас, мы как бы изначально планировали, что она будет, ну, буквально там после открытия в течение месяца-двух завершена. Но сегодня эту проблему тоже не снята. Но я думаю, с главой района мы эту проблему обсудим сегодня же и в ближайшее время снимем. То есть, чтобы было асфальтировано, должны быть разграничены места для инвалидов и так далее. Ну, на сегодня задача именно качество оказания услуг. Сеть МФЦ у нас уже, схема развития сети МФЦ завершена. Практически в каждом населенном пункте у нас есть удаленные рабочие места, филиалы. А вот качество услуг, то есть время ожидания в очереди не более 15 минут. Это у нас здесь, кстати, в вашем районе, ну, можно похвалить. Молодцы, тут время ожидания в очереди 1 минута. То есть не то, что справляется, а справляется более чем на 100%. Загруженность самих сотрудников тоже более 100%, там, по-моему, 102 или 103%, что-то такое. То есть как бы видно, что люди идут и востребованы эти услуги. Вот в среднем проходимость здесь вот из сегодняшних разговоров 30 и более человек. Люди обращаются за различными услугами, ну, вы знаете, уже более 200 этих услуг. Потом оценки, которые у нас здесь, как мониторинг ведется, здесь тоже более 90%, ну, мы считаем, если более 90%, то есть уже считаем, что это хороший показатель. Но здесь там 90 с лишним процент, 95, что ли, 90, почти 100%. То есть если 10 отзывов, предложений, вот книгу, я первое, что смотрю, книгу жалоб, посмотрел 10, если отзывов есть и ни одной жалобы, то есть это уже нормальная как бы работа. В других муниципальных образованиях есть и жалобы, и все, здесь у вас нет. Я не думаю, что это книгу человек не дает. Если он, допустим, недоволен работой МФЦ, в любом случае мы бы это увидели. Но на сегодня я, честно говоря, доволен и работой, и удаленных рабочих мест, которые у вас вот в удаленных населенных пунктах, и там качество услуг, как бы претензий нет. Поэтому, в принципе, вот результаты работы многофункционального центра на хорошем, достаточно хорошем уровне.